Привет. Привет, интернет. Лес. Лес заканчивается, начинается. Начинается шум, да? Шоссе шумит. Какие-то дома впереди. Эта дорога, мы идем, ходим на озеро этой дорогой. Ну что же я сегодня такое увидела здесь? Чуть ли, как сказать, не на свалке, где люди такие нехорошие сбрасывают, бросают мусор. Вот люди. Но несмотря на вот это, здесь такое чудо. Ой, такое, видите, синенькие цветочки. Что это за растение? Камелина. Камелина. Супер. Это очень ценное растение. Очень-очень-очень. Так. Сейчас я вот покажу на этом одном растении, как оно растет. Вот так. Вот ствол. Видно, да, ствол? Лежит на земле. И горизонтально, да? И вертикально отходят росточки. Один, второй, третий. Вот такие вот особенности, да? И такие цветочки. Вау! Два глазика. Синеглазка еще называют. А еще называют лазерник. Лазер. Лазерник. Пойдем посмотрим. Тут он еще растет. Вот такой вот. Красивый-красивый цветок. Супер. Он же полезный. Вот. Ну, сорняк. Вот. Народы эвенки и другие народности использовали пигмент этого растения и делали себе голубую краску. Кожи красили в голубой цвет. Вот какие модные были раньше, да? Не коричневые и рыжие кожи, а голубые были. Супер! Что еще это растение, кроме того, что он сорняк? Очень засоряет, разрастается сильно. Он еще лекарственный, очень-очень-очень лекарственный. Семена, правда, сразу скажу, что ядовитые, а все остальное растение не ядовито. В лечебных свойствах используется все растение. Что значит? Это значит не все растение, а трава. А под травой подразумевается это ствол, веточки, листочки и цветочки. Самое вот, что мне понравилось в этом растении, лечит золотистый стафилококк. И это доказано, экспериментально доказано. Представляете, борется со стафилококком золотистым. Это сильное, очень сильное растение. И такое красивое. Вот. Обладает мочегонным эффектом, улучшает работу сердца. Представляете? Ну, скажите, какое красивое растение и какое оно чудо. Такие болезни серьезные лечит. Сейчас мы... Вот такая красота. Вот такая красота. Улучшает работу сердца. И всю сосудистую систему. Ищите чистое место. Ищите камелину. Синеглазку такую. Вот. Ну как? Чтоб сосуды улучшить, да? Ну да. Простуду тоже лечит. Но простуду можно... Ангину, да? Ангину вот это вот лечит такая камелина. Ну, ангину полечить очень много других средств есть. Но вот это просто интересно знать. Если вдруг где-то оказался, ну, где-то оказался, да? В каком-то заброшенном месте
и подозрение такое, что чем-то отравился таким. Заразился стафилококком. А, грязной воды попил. Или еще чего, да? Ну, я не знаю. Стафилококком чаще заразиться в наших больницах. Ну, не будем о плохом. Просто как к сведению. Вот такое красивое растение лечит серьезные болезни. Ну да, пьют при простудах, вот ангине, болезнях горла, да. Свежую траву измельчают и прилаживают к гнойным ранам. И можно ячмень лечить еще. Синеглазка, да, глаза лечить. Сок из этого растения, если выдавить, можно конъюнктивит. Ну, это тоже глаза. Синеглазка. Чтоб синие глазки были не закисшие. Очень эффективное лечебное растение. Очень эффективное. Хвалят. Хвалят и хвалят. Ну вот. Я встретила неожиданно это растение. Здесь вот на выходе из леса. В некоторых странах выращивают, то есть синеглазку используют в кулинарии, употребляют. В общем, люди молодцы, да? Исследовали все растения и нам рассказали все, написали. А вообще, отвар советуют принимать при простудных заболеваниях. Вот такого эпидемического, эпидемия, правильно я сказала? Эпидемического характера. Ну да, правильно. Также при водянке, трахеите, ангине. Сколько раз я в ангину уже сказала. Ну что у меня еще на ум приходит? Ой, дизентерия. Представляешь? Вот. Где-то вы наелись каких-то зеленых яблок и грязными руками, да, получили дизентерию. Ищите вот такие цветочки. Ну да, а вообще скорее бегом едьте. А я думала, это кто-то молится. Нет, я не молюсь. А почему? А надо. Молилась. Смотрите, надо возблагодарить Господа за такое прекрасное лето. Такое лето шикарное. Шикарное, да? А некоторые ноют, что лето жаркое. Это есть просто нытики, им что не дай, им все плохо. Здесь я просто растение шикарное нашла. Цикорий? И рассказываю. А? Цикорий? Нет, это не цикорий. А, это камелина. Камелина. Ага, синеглазка. Так напоминает кабелина. Слушайте, я этот же пример привела, чтобы запомнить. Ты ему брал, Б поставил и сразу запомнишь. Да, 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 да. Кабелина. Какие красивые имена у них, кабелина. Ну, какое красивое растение, да? Да, да, да. Я тоже снимаю. Я у меня как-то возьму с собой планшет. Ну, я же не знаю. Планшет возьму, вас нету. Вы есть, планшета нет. Я тоже фотографирую. У меня есть красивые цветы такие. Вот я где я нахожу. Там в Крыму тоже там. Ой. Вот такие. Здесь в лесу уже знакомые. И на озеро, да, пошел знакомый. Ой, слушайте, знакомые, знакомые звать не знаю как. Как некрасиво. Он говорит... Цикорий, что ли, я снимаю? Говорю, да нет, это не цикорий. Вот. Поговорили чуть-чуть. Так, ладно, отвлеклась я. Что я тут рассказала, что не рассказала? Ну, вообще, в лесу ходят люди положительные. И тоже знают все лекарственные растения. И у меня спрашивает вот этот
лесной знакомый. Знаю я ли... Ой, я заикаться стала. Стеснение, наверное. Знаю ли я, как называется бессмертник? А я говорю, Цмин. Так он говорит, вот к вам не подкопаться, все знаете. Так, это такие шутки. А у нас сегодня камелина. Отвар советуют принимать при простудных заболеваниях. Не просто простудных, а эпидемического характера. Угу. Так, это я уже, по-моему, говорила. Да, лечит дизентерию. И используют при инфекционном таком воспалении мочевого пузыря. Супер! А еще это растение просто декоративное. Такая красота. Сейчас я еще покажу, где оно растет. Вот. Где оно растет? Такая вот загрязненная людьми местных. Ну вот его сколько здесь. Красота. Ни в коем случае в этом месте и дорога, и мусор люди бросают. Попадете в чистом месте такую траву, обязательно нарвите. Очень эффективная лечебная травка. Пока.